цеху завода «Амкадора Нега» своей установки ожидает манипулятор, одна из ключевых частей форвардера. Стальные клешни, как большая механическая рука, позволяют загружать в машину ассортименты. По словам руководства предприятия, с момента запуска завода эту часть оборудования закупали на Западе. Переломным оказался 2022 год. Поставщики из недружественных стран, давайте так прям скажем, вот, они отказались поставлять свои манипуляторы, хотя мы подписывали с ними на долгосрочное сотрудничество. Холдинг «Амкадор» пошел по пути реального импортозамещения и сам разработал ключевые компоненты для машин. Так проблема стала одним из поводов для гордости. Мы не идем на замену узлов агрегатов на поставщиков из других стран. То есть вместо Европы, например, уходить в Азию. Мы стараемся все произвести сами. Карелии холдинг «Амкадор» отводит особую роль. Это единственный завод группы компаний на территории союзного государства, где для лесной промышленности собирают именно тяжелые машины. В следующем году предприятие планирует выпустить около 120 единиц техники. Инвестиции позволят изготовить еще больше харвестеров и форвардеров. Но многое будет зависеть от заказчиков. Если рынок наш внутренний проснется или внешний откроется, и будет потребность по увеличению количества машин, соответственно, мы их тоже будем увеличивать. В планах наладить выпуск новых усовершенствованных моделей, которые станут более производительными и безопасными. Необходимо это и для молодежи. По словам руководства предприятия, выпускники должны работать на современных машинах. Мы видим, что у молодежи глаза горят, когда они видят современные машины. И мы должны идти в ногу с теми требованиями, которые сегодня есть. К слову, будущие специалисты технику уже осваивают. В сентябре ее поставили петрозаводскому «Лестеху». На покупку направились средства из федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетные средства учебного заведения. Новые машины позволят студентам отработать навыки валки деревьев и обрезки сучьев, а также сбор, погрузку и транспортировку материалов. В «Амкадора Нега» надеются, что со временем лесозаготовительная техника вновь станет не только прошлым, но и будущим Карелии. Здесь и дальше будут стремиться к созданию полного и независимого цикла производства, а значит, завод будет развиваться и расти. Эдуард Тур, Алексей Локтев, служба новостей.